Итак, друзья, всем привет из солнечной долины Калифорнии. И сегодня я приехала к Соне в школу. Сегодня у них награждение вот за заслуги, да, скажем так, кто чего добился за этот год. И нам прислали такой конверт запечатанный, официальное приглашение, что ваш ребенок вот будет награждаться по номинации, значит, как-то там так красиво, я потом вам покажу, как-то там так красиво было написано, но, в общем, смысл такой, что будет награждаться по номинации, то, что она вот как бы хорошо очень училась, и там улучшение своих навыков, учебы, в общем, бла-бла-бла, вот такое вот. Все, я бегу и покажу вам. Она говорит, а она просто практически плачет. Он слышит у нее по голосу. Просто счастлива. Поэтому плачет. Вот это вот директор школы. Oh, yes, Peyton, I forgot. I'm so sorry. Poor Peyton has struggled all year with her mobility. Девочка ногу сломала. Ну так сейчас будут всех вызывать по одному и награждать. President, please, Matt. Get lost. Get the pin and you don't want to pin it on yourself carefully. And for mistakes, pin it onto your certificate on the corner. And that way everyone will pick some nice memory piece as well. So, for Hunter. For a Hunter certificate as first vice president. And for Anthony as our treasurer. Congratulations. And just make sure that we're going to stay down here because Peyton's not going to be able to make that step up. So it's going to be too hard. So we'll stay back where we were, Hunter, for this one. And for our secretary, Sammy Serrato. Congratulations. A recent gentleman talked about a success story. This little girl came to us from the Ukraine with no English. She's now up here after less than a year with a Miss Demick in fifth grade as a presidential silver medal award winner. She's done an amazing job. Harrison Lee. Thank you. Video. Okay. Sorry. Sorry. Erin Lopez. For my friend. Mia Matos. All right, we have 7:18 left to honor with official presidential letters and the Academic Excellence Award, the highest level of achievement honored by the president for gold achievement. David Alvarado. Хочу показать немножко сейчас вот награды вот этой школы, где Соня училась, и, в общем-то, где она закончила ее первый класс в Америке, как пятый класс, да, первая ее школа в Америке. Вот школа называется Truman Elementary. Вот тут награды этой школы, фотография директора с наградами. Это вот все награды вот 2004 года, вот это 2006 года, а вот это 2012 года. Вот вручение, вот это 2007 года награда. Боже, тут директор еще такая молоденькая совсем на этой фотографии. В общем, вот это вот все награды.
этой школы. Школа действительно очень хорошая. Сейчас покажу, как выглядел актовый зал. Ой, да, конечно, так все торжественно. Ну а вот Сонина грамота. Но сейчас мы расскажем более подробно, чуть-чуть попозже об этом, обо всем. Итак, ребята, вот я уже дома. Соня осталась еще в школе. Ой, в общем, конечно, я вообще, честно говоря, в таком легком шоке от всего от этого. Честно говоря, даже не ожидала. И, конечно, у меня сейчас просто чувства переполняют. И чувство гордости, и чувство вообще такое какое-то, ну не знаю, прям вот какие-то возбужденные, величественные чувства у меня. Я, ну, действительно, потому что это очень так неожиданно, как бы мы просто, ну, как не осознавали, да, наверное, этого. Значит, вот эта награда, которую Соня получила, это награда от президента Соединенных Штатов. Вот здесь значок есть небольшой такой, вот так он выглядит. И вот написано, что президентская награда... Ну, в образовании, то есть стоит печать, такая серьезная печать, она такая, видите, вот продавленная даже с той стороны, гербовая такая печать, и написано, что это от президента для Софии Крисановой. Значит, это награда за достижение в обучении, скажем так. Значит, подписи: секретарь образования, подпись директора школы и, ребята, подпись президента Соединенных Штатов. Вот это вот подпись президента Обамы. Я, конечно, честно говоря, вообще в легком шоке. Вот, значит, что здесь у нас есть еще? Вот здесь как бы прилагается такая, как, скажем так, речь, да, которую... В общем-то, президент произносит и как бы, ну, как это гордость, да, я сейчас, значит, попытаюсь перевести. Значит, сразу хочу сказать, что я, честно говоря, вот только сейчас понимаю, что такое переводчики, потому что это, конечно, великие люди и очень умные, потому что вот я прочитала текст, я его поняла весь. Но, в общем-то, сейчас вы послушаете, как это коряво будет звучать на русском языке. И, конечно, переводить тексты с английского на русский, это надо очень-очень-очень хорошо знать язык и как-то, ну, прямо очень быть таким человеком, подкованным, скажем так. Так вот, значит, что написано? Белый дом, Вашингтон, 16 июня 2014 года. Итак. Ну, я очень рада буду, да, кто поймет, тот поймет. Не судите строго, сразу говорю. Значит, я рад... А, примите мои поздравления в получении президентской премии образования. Я рад присоединиться к вашей семье, друзьям и учителям с гордостью и в достижении вот этой вот... Ну, в огромных в этих достижениях, скажем так. Вот, значит, что дальше? Значит, продолжение успеха Америки будет зависеть от того, как хорошо вы, как, ну, как учитесь, да, ваше обучение, как, насколько хорошо будет ваше обучение и насколько вы хорошо будете подготовлены в будущем. Значит, это специально осознание и, ну, то есть, как господи, по-русски, как сказать, ну, осознание этого и преданность вашим навыкам, которые вы показали в вашем классе. Я горд за то, что вы, ну, как это вот, pushing yourself, как бы толкали себя, да, ну, когда продвигали себя, скажем,
в достижении вот этого вот, вот этой премии. И я рассчитываю на вас, что вы будете продолжать делать это и показывать хороший пример и помогать всем везде, где только будет ваша возможность. Такие вот молодые люди, как вы, напоминают мне, что лучшие дни Америки еще впереди, то есть еще у Америки будут еще лучшие дни. И так долго, как вы будете продолжать фокусироваться на вашем образовании и на тяжелой работе, то эти мечты будут достижимы. Значит, еще раз поздравляю вас и надеюсь, что эта премия как доставит, ну, как бы повлияет, как будет поводом, да, для продолжения ваших успехов, новых целей, новых вызовов и сделает ваши, как бы, ну, в достижении ваших горизонтов, скажем так. Я, конечно, коряво, но простите. И я надеюсь, I wish you will the best of the... То есть вы будете, я надеюсь, что вы будете просто лучшим во все предстоящие годы вы просто будете лучшим. Вот, и вот подпись Обамы. Ой, ну что вам, ребята, сказать? Я, конечно, честно говоря, просто в шоке. Я очень горда за Соню, очень торжественно, очень... Кстати, вот, да, еще что хочу сказать. Вот Соня получила, это серебряная награда, видите, серебряная медаль. А есть еще, были еще дети, получали золотые награды. Вот, и я вам скажу, что всего из трех классов награды получили, и серебряные, и золотые награды получили всего 27 человек из трех классов. В классе в одном 30 человек. Вот как бы сделайте выводы. Вот, ну что ж, на этом, пожалуй, закончу. Не знаю, что добавить. Я очень горда за своего ребенка. Все, всем пока. Удачи всем!